К другим темам. Ушел из жизни бывший заммэра Улан-Удэ и начальник управления ЖКХ Анатолий Признер. Его работа в администрации запомнилась сразу несколькими крупными нововведениями. Под руководством Анатолия Григорьевича прошла реформа жилищно-коммунального хозяйства. В городе создали службу по начислению субсидий и ввели плату за найм жилья. При Признере появились мосты через Селингу и Уду, гостиница «Бурятия», дорога от ЛВРЗ до Стрелки и многие соцобъекты. В 2001 году ветерану муниципальной службы присвоили звание «Почетный гражданин Улан-Удэ». Ему было 79 лет. Прощание с Анатолием Григорьевичем пройдет в воскресенье с 11 до 12 в зале памяти по адресу улица Барсоева, 1А/1.